сюда. Before, when the soldiers entered actually our village, our soldiers, I remember I saw them on my street, and I actually, from the video, and I actually cried, but it was a grateful cry, because I was really glad to see them. Ну, мы уехали, все бросили, вот взяли животных и все. Не то, что поместилась машина. Ну, то есть 2 месяца жуткого страха. Все, больше ничего. Беспощадного жуткого страха. Потом, да, ходили по квартирам солдаты. Ну, дома заходят 4 подъезда. И по этажам, ничего не скажу. В мою квартиру зашли направо, налево, посмотрели. Даже извинились и вышли. Добренько уже, да, не будем вас мучать. Вопросы мы и так все, что могли сказать.